Приветствую всех на моем канале. Давно мы не виделись с вами, не слышались, давно не записывал видосиков. Хотела записать видео по итогам КВК, как оно у нас прошло. Уже давненько на самом деле оно завершилось. И хочу сказать, начать с того, то, что мы, соответственно, победили. Мы забрали вторую звезду для Королевства 2994. КВК было потное, так скажем, да. Участвовало в этом КВК достаточно много королевств, и, соответственно, участвовало два наших королевства, которые у нас есть. На данный момент теперь у нас, сразу скажу, одно королевство, потому что мы их объединили, мы собрали самых сильных, самых упорных, самых таких ребят, которые хотят участвовать у нас именно как команда в КВК, да, хотят делать результаты, хотят побеждать, соответственно, и получать кайф, да. То есть те игроки, которые у нас ничего не делают, они отсеиваются, соответственно, да. И мы, сразу скажу, отказываемся на данный момент на этот КВК, который мы будем играть, от ферм 25 уровня. Я знаю то, что был какой-то бум о том, то, что многие королевства будут изгонять фермы 25 уровня в целом и как-то так играть. Но я пока, честно говоря, не знаю, какие такие королевства присутствуют, потому что везде все равно остаются 25 уровня фермы, и их используют активно, соответственно, на флагах, митинги и все остальное. То есть, допустим, если у тебя нету активы, соответственно, ты один можешь подлететь, поставить гарнизон, притащить свои две фермы и закрепиться на одном флаге, тупо дефать соло, да? В принципе, это стандартная тема, все это все понимают, как бы до сих пор это все используется. Неважно, какая категория, везде это все присутствует. Но пока, на данный момент, я не знаю таких королевств, которые чисто играют без фермы 25 уровня. Если такие присутствуют, напишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно, на самом деле, посмотреть в целом, да? По КВК, что хочу сказать в целом. Именно наши игроки, Королевство 2.9.4 и 2.6.0.3, скорее всего, наверное, я выделю игроков 2.6.0.3, потому что именно наше королевство и наша коалиция в целом показали более лучшие результаты по КВК и выложились на все 300-400, наверное, процентов, потому что слились в нулину, и фермы слились в нулину, получается, да. На экране я буду вам показывать скриншотики тех королевств, которые будем мы сейчас наблюдать на данный момент, когда я буду заходить на них и выделять те или иные по статистике, там будет все показано, да, именно игровая статистика, которая она выходит в конце КВК в целом у нас, да, по мертвым, по исцелению и убийствам. Сразу скажу, что именно наша коалиция и еще одна коалиция 3006, они пострадали больше всех, потому что играли, так скажем, иногда на два фронта, периодически, да, и получалось таким образом. А коалиция 2994, соответственно, воевала меньше, и если бы не эта коалиция, которая сохраняла войска и которую избегали в целом, да, без нее мы бы не выиграли КВК, соответственно. Но если так подумать, логически, если мы подумаем, да, если бы на том месте был другой лагерь, то есть коалиция наша союзная, скорее всего, было бы все то же самое, в плане того, то, что именно не просели, воевали меньше всех, да. Ну и получилось еще так интересно, чтобы вы понимали, именно эта коалиция, наша 2994, получилась самой сильной. То есть по активу, по донату, соответственно, каждое королевство имело либо донат жесткий на аккаунтах, жесткие аккаунты, соответственно, либо актив, получается, да. А если сравнивать с 2603, соответственно, только, ну, не только наши, а другие, в принципе, тоже коалиции. Если так посмотреть, да, давайте вот начнем с 1999-го. Печально, все печально. Подкинули, так сказать, подкинули два королевства, которые малоактивные, так скажем, да, есть там отдельные игроки, которых можно выделить, соответственно, да, которые что-то из себя представили, такие, допустим, как Гуми, там, R4, да, то есть вот этот игрок, сам король, я, правда, не знаю, где он, тут он должен быть на короне, но это его ферма, если не ошибаюсь, соответственно, да, и некоторые игроки, на самом деле, ну, взять максимум отсюда здесь можно 5-8 игроков, чтобы вы понимали на эту мощность, которая у них присутствует, да, и, соответственно, они играли на основных аккаунтах и играли, соответственно, на фермах. Это очень мало для 6 ярдов, то есть, учитывая то, что брать другие королевства, которые на 6 ярдов могут делать довольно прекрасные действия, я бы сказал, да, могут держать там два королевства солов, три королевства солов. Какие они могут держать королевства солов? Как раз-таки вот такие, которые не занимаются королевством в целом, да,
Они, конечно, коммуникабельные, хорошие ребята. Те, которые воевали, они показали отличные результаты, но они боятся убивать войска соответственно. То есть этот человек, он плакал постоянно, я не хочу там снижаться, я не хочу убивать войска, и, соответственно, по статистике вы будете наблюдать, что именно королевство 2603 убило не прям больше всех войск, а одно из тех королевств, которое убило больше всех войск в этом КВК. Соответственно, мы за коалицию сделали больше всех, да, если сравнивать вот этот альянс именно королевства и еще одно королевство русское, да, которое тоже было с нами в одной коалиции, они тоже показывали хороший результат на самом деле, а именно отдельные игроки, но они заранее нас предупредили, когда мы их брали в союз, а именно мы выбирали союзников, да, Нил получается, да, мы создали команду, выбирали союзников. Тоже у них есть отдельные игроки, такие как Бадди, там Ерпен, ну, в принципе, практически все R4, Король, да, то есть коммуникабельные, они все коммуникабельные ребята, но у них единственная проблема у этих королевств двух, которые были в нашей коалиции, это то, что у них плохой актив в королевстве, много фермеров, которым нужно подчищать именно, да, им альянс именно от этих игроков, если так смотреть, да, то есть много игроков, которые не участвуют именно в КВК в целом, да, то есть они не сливают войска, соответственно, они присутствуют, вроде как, но их и нету, вроде как. Вроде бы есть, а вроде бы и нет. Но вы сами понимаете, те игроки, которые играют, те игроки, которые воюют, особенно руководство, которое будет смотреть это видео, они понимают, кто из себя что представляет. Если им будет интересно, они посмотрят каждое королевство, да, и поймут, о чем я говорю в целом. Были слиты некоторые наши игроки в разные королевства именно с этого КВК, получается, да. Кто-то сам захотел, кто-то улетел в другие королевства, да, учитывая, что мы объединили два наших королевства, мы брали только не то чтобы самых лучших, а тех, кто что-то делает, соответственно, да. Давайте посмотрим другую коалицию именно с нашего королевства, которое присутствовало в КВК, да, вот эти вот ребята, которых я буду показывать, они донатные ребята на самом деле. У них мало актива, но у них игроки именно сильные, скорее всего, аккаунты некоторые купленные, соответственно, да, они это напрямую не говорят, но, скорее всего, так оно и есть. Если посмотрите по игрокам в целом, сами понимаете, что тут ребята заряженные, кристаллку они качают. Кстати, они единственное королевство, которое качало именно прям много игроков в Кристальную Академию, да, и за счет этого были хорошие митинги и гарнизоны, соответственно. И еще такой момент, что они в этом КВК управляли вот именно нашей коалицией с другого королевства, пока я был занят другой коалицией, за это им на самом деле большое спасибо, в этом плане у них все хорошо, но они очень агрессивно играют на самом деле, очень агрессивно. Особенно могу выделить моменты, когда там кидали вдали крепость, через эти все, вот грубо говоря, все тут флагами забито, да, соответственно, противник, да, он не сражается, но когда все-таки коалиция-то активная, если вы заходите, допустим, вот с этой области, кидаете куда-нибудь сюда крепость, когда противник здесь все загородил, соответственно, ТПшки может понаделать и все это снести, соответственно, да, ну, когда вы сами понимаете. Ну, это прям, я бы сказал, скорее всего, нужда была именно так делать, в том плане, что противник потому что избегал именно эту коалицию, где было 294, 1591 и 2209, да, именно боевых действий с этой коалицией, потому что это была самая сильная коалиция. Лилит прям могет, она прям умеет собирать сильные коалиции и собирать слабые коалиции, соответственно, да, им нужно что-то с балансом точно делать, потому что это полный бред. Давайте возьмем 2209, который тоже был в этой коалиции, посмотрим, да, как что. По альянсу в целом, альянс у них запущенный в плане мощности, как бы, да, то есть там 8 ярдов, я так понимаю, у них хорошо все почищено, если они даже 9, они играют в категории С, получается, да, руководство, честно, не могу ничего сказать положительного в плане управления, потому что у них люди что хотят, то и делают, но игроки именно R4, да, они играют, они воюют, как бы, если смотреть по миграции, допустим, да, если кто-то хочет там выбрать королевство, хорошие посоветовать, что вам именно из того, что я уже показал, это, наверное, 1591, но, опять же, там нужно будет воевать. Там нужно будет воевать, соответственно, показывать результаты, да, как бы в целом. Поэтому, как бы, смотрите сами. Но вот именно вот это королевство 2209, как бы, не стоит
рассматривать на миграцию, на самом деле. По руководству им еще нужно наверстать упущенные, так сказать. Давайте посмотрим еще нашу коалицию союзную одну. А именно, тут есть знакомый король, давно я его знаю. 3006 королевство, интернациональное королевство, получается. Они набирают здесь у нас игроков в свое королевство, соответственно, хороших. Все набирают хороших. Но там уже у каждого свои приоритеты в целом, да. Если вы хотите в это королевство мигрировать, то вот пишите Индиго, получается, да, по миграции, он вам там уже ответит в целом. Королевство хорошее, на самом деле, в плане руководства, коммуникации, соответственно, по игрокам, если смотреть с предыдущими КВК, где мы с ними играли, и сейчас, у них все улучшилось и улучшается, на самом деле, да, и ребята стараются что-то слепить, что-то интересное, да, скорее всего, наверное, они останутся в категории С пока что на данный момент. Но показывают хорошие результаты. По статистике вы все это будете наблюдать, все это будете видеть на экране в данный момент, да. Поэтому как бы вот по королевству в целом вот чисткой занимаются, да. То есть у них контроль, в принципе, в целом в королевстве. Каких-то проблем, я думаю, не будет, если вы будете сюда пытаться мигрировать, да. Так что пробуйте, дерзайте, да. Давайте посмотрим следующее королевство именно с их коалицией, получается. 1379. Вот эти ребята уже, я бы сказал, средненько заряжены, даже выше среднего, так скажем, да, они никогда не сдаются. Они только сдаются тогда, когда у них, я так понимаю, по войскам по нулям, потому что эти ребята тоже в нулину сливаются. Как и 2603 слилась в нулину, также и ихняя коалиция слилась в нулину, получается. То есть это два королевства, которые выложились, именно не королевство, а коалиция, которые выложились на полную, так скажем, катушку и, грубо говоря, вытащили КВК в том плане, что истощили противника. Именно истощили, а коалиции 2-9-4, они просто уже шли по стопам, так сказать, и добивали, так скажем, да? Вот, в целом. Ну, там, в принципе, варианта не было, на самом деле, потому что противник постоянно избегал боевых действий, соответственно, да? По королю, что могу сказать? Соответственно, коммуникабельный. Иногда мы с ним как бы там где-то что-то закусывались. Ну, это в начале было, когда он там не хотел к нам сначала вступать в союз, когда я ему предлагал, а потом он такой, типа, ладно, я к вам вступлю, потому что он свою команду не набрал. Ну, это как было. По игрокам в целом очень хорошие игроки здесь у них тоже присутствуют. Гарнизоны, митинги, соответственно, поле, это все у них есть, но ребята очень сильно себя истощают на самом деле. Им нужно сделать передышечку для следующего КВК, как и мы, в принципе, будем делать. Да, сюда можно мигрировать, на самом деле. Я бы посоветовал это королевство мигрировать. Оно мне нравится в плане, как они воюют. То есть они хорошо воюют в этом плане, да. То есть нет такого, что там 5-6 человек воюют, у них актив есть. У них актив есть, сильный аккаунт есть, поэтому как бы стоит к ним мигрировать. Вот самый изъян у них был в коалиции, это вот Корейское королевство, получается, которое, я думал, покажет хороший результат на самом деле, но, увы, хороший результат оно не сильно показало. Я просто так посмотрел по аккаунтам, думаю, ну, вроде как что-то из себя представляют ребята, но на самом деле все-таки корейцы. Корейцы у нас любят воевать только в одно время, получается. Сами понимаете, корейское время там, да. Кто знает игру, кто давно играет, сами понимают. Если корейцы, все, это жопа. Это только в одно время воюют. Смотря, опять же, кто, но в основном так оно и происходит, да. Рассчитывал на это королевство, что они будут плотненькие, сильные, новые. Как бы у них здесь много фермерских аккаунтов, на самом деле. Есть отдельные аккаунты, которые хорошие, но как бы, допустим, если взять вот этого игрока, вроде как старый аккаунт, должно быть все зашибись по командирам, по... Ну, проблема, скорее всего, в основном активность. Активности у них такой большой нету, как хотелось бы, да. В итоге ихняя коалиция была, так сказать, висела на королевстве 3006 и 1379. Но они показали очень отличные результаты, поэтому, как бы, так сказать, у них один балласт был, 1510 королевство, в отличие от нашего, где 2603. Но там хотя бы ребята что-то из себя представляли, воевали, делали, соответственно, да, именно кто-то предупредил, что у них будет определенное количество игроков, и за это им как бы спасибо, как бы, да, просто им на минуточку надо почистить свои королевства, получается, да, в целом. Если смотреть противников смотреть, да, именно с кем королевство 2603 воевало, могу выделить 1035 королевство.
Очень сильные ребята, упоротые, я бы сказал, как будто они под солями там просто воевали конкретно, очень упоротые ребята. Грубо говоря, они свою коалицию тащили, да, соответственно, в шестом проходе мы с ними воевали там 5-7 дней, грубо говоря, до открытия следующих зон, чтобы воевать уже с другими противниками. Мы прям с ними постоянно рубились. Очень сильное королевство, на самом деле, для своей категории, да, выделить игрока такого, как Дарт Вейдер, можно, соответственно, да, игрок там купил, наверное, аккаунт, у него где-то еще основной аккаунт есть, если не ошибаюсь, он там говорил то, что он тут развлекается, да, упоротый, упоротый человек, честно говоря. Также вот этот упоротый, у него вообще ресурсов тьма была, я скажу, аккаунтов у него там еще именно Т5-х тоже, ну, порядка трех, наверное, было два, я думаю. Сам король тоже упоротый, он в нулину слился, в принципе, как и я, и наше королевство. Мы прям сливались, наверное, ну, до конца мы играли, да, до конца играли. Плюс ко всему, они еще воевали с другой коалицией. Ну, и мы, соответственно, воевали с другой коалицией, которая воевала именно, чтобы вы понимали, с 2994, 12 часов именно с той коалицией, да, и они, получается, воевали 12 часов, отдыхали до следующая зона, чтобы с нами повоевать, которая коалиция 2603, а мы воевали на тот момент неделю. То есть мы воевали неделю с ними, получается, потом пошли туда, еще там, блядь, воевали 2-3 дня, получается. Как бы это грубо уже не звучало, я тут выражаюсь, но, как бы это присутствовало на самом деле. И мы себя показали очень хорошо, да, то есть мы от защиты с ними поиграли очень много, мы убили там мертвых достаточно много, мы в газету попадали в два раза, получается, каждый день, да, и жестко рубилово было, на самом деле, жестко. 2-6-3-1 еще у нас было королевство в этой коалиции, да, и именно вот у этого королевства есть еще одно королевство основное, получается, то есть там королева есть на двух этих королевствах, получается, да, и в целом, это как у нас. То есть я король двух королевств, и там тоже королева двух королевств. Они нам даже предлагали союз в начале, да, то есть когда я там команду создал, чтобы вот давай, заходите к нам, мы там всех размажем, у нас тоже там два королевства, там друзья еще королевства. Я такой, надо подумать. И в итоге мы сделали свою команду, и так получилось, прям судьба, что мы попались против них, получается, да. По королевству я могу сказать так, что слабое королевство, фермерское, прям вообще ни о чем. Именно вот королева, которая здесь, вот это она королева. Я так понимаю, они там вроде как меняются, но королевство ее вроде как основное, да? В плане, что она, может, захватывала, купила, не знаю. Но это ее основной аккаунт, я так понимаю. У нее там еще есть купленный аккаунт на другом королевстве. Ничего не могу сказать по этому королевству, слабенькие ребята. Есть там парочку игроков, которые сражались, но в основном это просто ферма в целом, да? Если взять еще королевство, которое здесь было, давайте сразу его посмотрим. Если не ошибаюсь, наверное, вот так вот. Нет, значит, три. Это азиатское королевство, получается, да. Это азиатское королевство. Здесь, наверное, порядка 10-15 игроков активно прям воевали у них. Они очень в поле хорошо себя показывали. Ну, соответственно, у них аккаунты сильные. Как бы R4, да, именно R4 игроки, получается, у нас. Не все, но отдельно, вот, допустим, вот этот аккаунт. Этот ничего из себя не представляет. Этот в конце воевал, в начале он что-то не воевал. Вот короля не вижу, я не наблюдаю на данный момент, где он. Король у них упоротый, его. Король у них упоротый был, получается, ну как был, есть, наверное, просто пока отдыхает. Он слился до 60 миллионов, он был 90 миллионов, и под пик мощи он потом поднабрал. Вот это все получается. Тоже в поле присутствовал, соответственно, очень много вносил вклада. Очень сильный игрок, на самом деле. Ну, они послабее, соответственно, чем 1035, потому что 1035 вывозили коалицию, грубо говоря, в соло практически, да, но по миграции, допустим, если выбирать из этой коалиции королевство, которое можно мигрировать, да, и получить удовольствие, соответственно, ну, нужно будет укладываться. Я бы выделил королевство 1035, на самом деле, очень сильные ребята. И давайте перейдем к королевству, наверное, 1215, это, по идее, должно быть самое сильное королевство, якобы, да, и коалиция в этом КВК.
Как раз таки это их не основное королевство, именно той королевы, которую уже я показывал, королевство 2631, Али. Вот она на короне получается. Это ее основной аккаунт. Соответственно, она и донатит, и купила этот аккаунт. Прям 100%, я более чем уверен, она купила этот аккаунт. Королевство сильное. Организация, соответственно, присутствует. Ну, для своей категории, я имею в виду, сильные, да? Не могу много сильного про них сказать. Они, конечно, играли наравне с коалицией 3006 королевства. По игрокам прям выделить кого-то не могу. Ну, только Али, наверное. Вот этого возможного игрока, потому что я его наблюдал, да. Ну, Али прям везде присутствовала. Она набила много, она заняла первые места везде в плане по статистике, по личным результатам. Поэтому как бы воюет, сражается. Плюс у нее здесь много аккаунтов. Вот, Т5-х, там фермы, да. Соответственно, она на них воюет. Вот меняли еще, получается, да. Ну, такие фермочки в целом. Ничего не могу сильно сказать про королевство. Да, хорошее. Просто хорошее, наверное, и на этом, в принципе, как бы все. Вот. Следующее королевство у нас получается 2320. Очень сильное королевство тоже. Они тоже присутствовали именно в коалиции 12-15, получается, в целом. Три звезды они имеют на данный момент. Тоже упоротые ребят, на самом деле. Кстати говоря, вот, кого я показывал, возможно. Так, король, кстати, другой должен быть. Но что-то вот этот бард был, получается, на королевстве 12-15. Я только что вам показывал. Интересно, интересно, на самом деле. Они играли вот в одной коалиции. Случайно ли не отобрали ли корону? Я, конечно, не могу сказать точно, но тоже сильные ребята, на самом деле, да. По игрокам выделить никого не могу. По миграции тоже сказать, честно говоря, не могу. Но эти ребята сражались. То есть они сражались, они воевали, соответственно. Не против 2994 именно активно, а против других в основном активно, потому что они не вывозили просто коалицию 2994 вообще никак. Не только потому, что там 2994 были, соответственно. Если так смотреть, то у нашего королевства был актив в основном, да, и там отдельные игроки донатные под митинги гарнизоны, да, а 1591 у нас было не актив, а именно донатное, именно по аккаунтам, да, и гарнизонным и митингам, и 2209 по активу, как бы было. Как-то вот так получается в целом. Следующее королевство 2617 у нас получается. На самом деле, вот они слабенькие. Вот у них они были слабенькие. Соответственно, только могу выделить R4 получается в целом. Вот тут, наверное, у нас у королевы два аккаунта, скорее всего. Я так понимаю, либо это подруга. Не знаю, не буду говорить. Ну, это королевство слабенькое. Возможно, сейчас они уже поднабрали, но они были 5300, 5400 по мощности, получается. По активу у них было меньше всех с той коалиции. По результатам, по статистике, вы сами можете наблюдать. Мы переходим к следующей коалиции, которая была. Начнем давайте с 2483. Королевство — это как раз друзья. Получается, королева, у которой два королевства было, да, вот он мне писал первый, ББТ, получается, здесь у нас были русскоговорящие игроки, получается, и Инесы, да, они разлетелись у нас в другое королевство после этого КВК, не знаю, там, что произошло у них, ссоры, не ссоры, вникать не буду, но при том, то, что они улетали, им нужно было сливаться, они, соответственно, играли агрессивно и тоже убивали много войск. На самом деле, то есть показали хорошие результаты. По королю ничего не могу сказать, на самом деле. Да, воюет, да, делает, но он не пользуется своей мощностью. Опять же, он просто ей не пользуется. И из-за этого аккаунт не показывает те результаты, которые должен показывать, соответственно. Да? То есть без, наверное, отдельных игроков. Ну, в принципе, да, скорее всего, то, что вот русские улетели, там русскоговорящие СНГ-игроки. Ну, королевство умерло, грубо говоря, скажем так. Оно просто умерло без них. Потому что русскоговорящие игроки, они делали актив, большой актив, они убивали фермы, убивали основные аккаунты, соответственно, да, в поле они пока показательно играли с нами ожесточенно, так скажем, да, то есть прям мы кайфанули, они тоже кайфанули, за это им спасибо большое, адекватные ребята, кстати говоря, хорошая группа, вот, привет им, если видео будут смотреть. В принципе, такое королевство.
плане руководства, учитывая, что русскоговорящие улетели. А так-то, скорее всего, было все хорошо. Так, 2483 получает. Следующий у нас будет королевство, скорее всего, 2862. Да, 2862. Это у нас были азиаты, получается. Да, это были азиаты. 5 ярдов, если не ошибаюсь, у них был альянс, да, то есть про них много я был наслышан раньше, что они предавали своих союзников ради звезды. Соответственно, у них 3 звезды, может быть, так оно и было, потому что, ну, мне в личку писали, соответственно, аккаунты такие, которые говорили, не создавайте с ними союза, они могут вас предать и все в этом роде. Слабое королевство, мало актива, отдельные игроки показывали результаты. Плюс ко всему, в этом КВК они тоже мигрировали. Король мигрировал в другое королевство. И еще отдельные игроки, получается, тоже мигрировали в королевство. Ну, я думаю, порядка, наверное, у них было здесь 10-15 активных игроков, получается, да. И, соответственно, это королевство тоже, грубо говоря, умерло, так скажем, да, как наше 2603 в консервации, также и у них в консервации именно их не королевство, получается. Не знаю, почему, зачем он улетел. Улетел, кстати говоря, он вроде на второй КВК, что ли. Вот, или на третье. Ну, это на третье, да, на третье невозможно, на второй получается. Но это уже, в принципе, не суть важна в целом, как бы, да. По активности они себя плохо показывали в целом. Поэтому, как бы, про них нечего сказать. Много говору, а делали мало, так скажем. И последнее королевство, которое будет у нас в этом КВК, 12-14. Мне понравилось это королевство, на самом деле. Как они тоже воевали, да. То есть я бы не сказал, что неплохие, хорошие ребята. Повоевали от души с ними. Так, они, я так понимаю, меняются. Каждый КВК по альянсам прыгают, чтобы, так скажем, прокачать кредитики получить, чтобы ресурсики были на КВК, получается, чтобы крепости ставить, флаги и все в этом роде, да. Вот этот игрок, честно говоря, противная личность, я скажу так, потому что много ну, вы поняли. Играл он, как он говорил, 60 GT получается. Сильный игрок на самом деле, поле хорошее у него, но нечестный игрок, так скажем, да. Я уже не буду говорить по каким причинам в целом. Но это, наверное, у них самый сильный игрок в этом королевстве получается. Но помимо его, соответственно, у них было поле, да, то есть они также воевали как 2-4-8-3, то есть два вот эти королевства, они, грубо говоря, тащили коалицию, так скажем, да. Вот. А азиатское, соответственно, было как балласт, грубо говоря, да, если уж так смотреть. Но мы их на самом деле, после того, то, что неделю мы воевали на 2603, грубо говоря, неделю там у нас выходила, мы потом с ними пошли воевать, еще 3 дня воевали с ними, и прям целый день мы в соло воевали чисто против этого альянса и 2483 в соло, то есть в одно КД. Мы играли от защиты, сливали фермы, соответственно. Ну, основа там где-то что-то. Потом начали уже подлетать, соответственно, наши игроки. Потому что наши игроки именно другого королевства, да, то есть с коалиции. Малого количества, на самом деле. По 5 где-то человек, по 10. Сначала мы им говорили там в одном месте пушить, потом чтобы нам помогали. Ну, там сложная ситуация на самом деле была, потому что не всегда был актив в целом, если так смотреть. По миграции в это королевство, не знаю, что с этим королевством может быть, потому что вот этот вот Джей, которого показывал, отзывы плохие по этому игроку. Может быть и гражданка какая-нибудь случится, да, поэтому поаккуратнее. Там уже сами смотрите. В целом, хочу подвести итоги, как бы, да, КВК у нас было мощные, сильные. Мы где-то поняли какие-то плюсы от этого КВК, ну, которые нам нужно сделать, да, какие-то минусы, которые в наших королевствах присутствовали, и учитывая то, что мы сделали слияние, нам нужно это все, соответственно, подправить, улучшить. И на самом деле побольше бы сильных противников попадалось в КВК. Там неважно, проиграем, не проиграем, потому что чем сильнее противник, тем больше ты понимаешь нюансов, которые у тебя есть в королевстве в целом, да, по игрокам, по управлению, по ведению боя в целом, как бы, да, в общем, все, если взять, да, и это играет большую роль, на самом деле, да, то есть, тем более нужно экспериментировать, что-то новое делать, как бы, да, не останавливаться,
на одном моменте, просто пробуй что-то новое, да. Будем наблюдать, что у нас получится в целом по королевству, с тем, то, что мы сейчас имеем, то, что мы делаем, да. Следующий КВК у нас будет, скорее всего, где-то в конце мая. Ну, грубо говоря, летний КВК у нас будет. Пока точно не могу сказать, какой КВК будет, но я знаю одно. Как обычно, оно будет не фарм КВК, потому что, если брать по предыдущему КВК, все говорят, Нил, фарм, фарм КВК, но на самом деле, ребят, как попадет, у нас попало так, что эта фарм КВК превратилась в бойню просто, в такую мясорубку, что, честно говоря, такого КВК давно не было, вот, и сильно я лично измотался по управлению. Да и игроки наши измотались в плане войны, да, те, кто прям выкладывались по полной. И вот именно те игроки, которые выкладываются по полной, вот цените таких игроков, цените, да. Их сейчас сложно набрать, учитывая то, что королев становится все больше и больше. Игроков в эту игру приходит, я бы не сказал, что много. Многие в круговорот постоянно прыгают по прыжкам в целом, да. И сложно набрать тот косяк, который будет с вами постоянно играть, соответственно, да, сложно набрать тех игроков, которые будут соблюдать ваши правила, да, которые не будут плевать на то, что вы делаете в целом, да, которые хотят играть командой, так сказать, да. Просто цените каждого игрока, в целом, хочу сказать. По поводу того, по миграции в наше королевство 2.9.4, она как бы открыта в целом, да, то есть, но мы будем набирать малое количество игроков. Если кто-то хочет попробовать режим того, то, что мы делаем, в плане того, то, что вот у вас один основной аккаунт, без ферм, соответственно, 25 уровня, только 24, чтобы они не учитывались подбор КВК в целом, да, то как бы пишите мне на корону на 2.9.4, мы поговорим, обсудим, посмотрим. Сразу говорю, минимум мы будем брать только 3 пачек. То есть 3 пачки золота. А там уже будем смотреть по ситуации, да. Мы не хотим набирать уже игроков тех, которые пишут, вот я там только аккаунт купил, либо я там бросал вот с такими вот этими действиями. Ребят, даже не пишите. Сколько таких сообщений начитался, как бы, ну, если смотреть по аккаунту в целом, да, если у вас там тем более одна пачка какая-то, там старая ID, там 8 цифр с двойки начинаются, вообще даже не пишите. Мы набираем активных игроков, которые хотят играть командно, соответственно, да, минимум, чтобы вы понимали, набивать там по 10-15 миллионов тяжей в копилку Т4, Т5 именно, да, не Т1, там, да, где у вас будет прописываться, то пишите, как бы, да, там уже будем разговаривать в целом. А у меня, в принципе, на этом все. Мы еще с вами услышимся. До новых встреч. Пока-пока.